Внимание! Я попросил слово для того, чтобы заявить о своей отставке. Заявляю совету депутата города Средний Посад о сложении полномочий главы города с 5.03.2014 года завтрашнего числа в связи с переходом на новую работу. Полагаю, что моя дальнейшая деятельность будет в наибольшей степени отвечать интересам моих избирателей, населения города и района. И я буду продолжать дальше заниматься решением проблем, но уже в их перспективном виде. Спасибо. Значит, для того, чтобы не было потом лишних вопросов, я сегодня и завтра соберу пресс-конференцию, да, подробно, я отвечу на любые вопросы, которые будут заданы. А сейчас хочу поблагодарить вас всем за совместную работу в течение того периода, как я по призыву Сергея Кожегетовича Шальбо пришел в город с 1 июля 2012 года. Значит, отчет о своей работе в качестве главы за отчетный период, как и положено по уставу и по закону, я до 1 марта в совет представил. Значит, там в краткой форме описано то, чем мы занимаемся. И желаю совету депутатов успехов в непростой, но очень много работы. Спасибо. Еще глава? А? Еще глава. Нет, ну что же, я сделал заявление, пойду к пресс-конференции. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, предлагаю обратный. Заявление об отставке по собственному желанию с 5 февраля 2014 года в связи с переходом на другую работу. После 5 февраля. Да, прошу вас. Пишите 14-го, пожалуйста. Нормально не мог. 14-го, 15-го.